вы... Прошу, нет! Прошу... Нет! Тащите, ублюдки! Тяните! Тяните! Абрамс! Где, черт возьми, Ларсен? Ларсен! 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 Алгарен! Ларсен! 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 Алгарен, где Ларсен? Алгарен, эй! Вот так. Держите его! Ребята! июля. Похоже, что над судном нависла угроза. До входа в Бискайский залив осталось рукой подать, а впереди шторм. И вот вчера потерян второй человек и ранен еще один. Странное ранение. Люди в паническом страхе. Мы в море 18 дней. Ближайший порт Англии. Мы должны уповать на Бога и двигаться вперед. Он холоден, как лед. Он издает звуки и двигается, но его глаза закрыты. Как будто он не может очнуться ото сна. Но что с его шеей? И что он делал в такелаже? Могло произойти что угодно. Может, такелаж обмотался вокруг его горла? Нет. Нет. Это похоже на укус. Похоже на те же укусы, что и у животных, те же укусы, что и у девушки-безбилетницы. Вы думаете, это сделал дьявол? Как она сказала? Я... Сомневаюсь. Хорошо. Но кто-то сделал. И оно на борту. Неважно, верим мы в это или нет. Отныне я хочу, чтобы на каждую вахту выходили по двое. Без исключений. Обыщите корабль, мистер Войчик. Не только трюм. Полностью. Thank you.